Офсетная листовая печатная машина «Полипрестиж 574» сегодня начала работать в Пинской региональной типографии. Высокая скорость печати – до 15 тысяч листов оттисков в час, более яркие краски, увеличение запечатываемой площади до 30% – это основные, но далеко не единственные преимущества введенного в эксплуатацию аппарата. Благодаря подобной технике единственной в области типография вышла на новый модернизированный уровень и сейчас может по праву гордиться качеством своей продукции. Полиграфия – это очень большая составляющая часть средств массовой информации, то есть печатных средств массовой информации, вот, где тоже проходит модернизация. И вот как сегодня мы делаем пуск новой печатной машины. Связующая есть между этим тем, потому что промышленность идет модернизация. Мы об этом печатаем. Но вместе с тем хотелось бы как бы показать то, что проходит и у нас модернизация, и все то, что делается в других отраслях, мы просто будем более качественно, более экономно показывать, доводить, говорится, эту информацию до потребителя. Останавливаться на достигнутом предприятие не собирается. Планов по модификации много. Техническое и технологическое усовершенствование может коснуться и других этапов производства полиграфической продукции. В соответствии с утвержденным планом комплексной модернизации и технического перевооружения, следующим этапом будет приобретение высекального пресса. То есть мы напечатали на картоне полноцветную упаковку. Для того, чтобы она дошла до потребителя в готовом виде, мы должны осуществить высечку. То есть металлической формой ее проштамповать, и она уже приходит заказчику непосредственно в готовом виде. Пинская типография – предприятие, ориентированное на современного заказчика, которому нужна качественная полиграфия по доступной цене. И проведение модернизации поможет повысить уровень производимой продукции, при этом сохранив привлекательную цену. А подобная политика развития предприятия позволит ему оставаться конкурентоспособным и востребованным в будущем.